на первый взгляд может показаться, что мы находимся в какой-нибудь общей раздевалке, общей городской бане, но это далеко не так. Сегодня 4 декабря, и делегация из Тюмени в размере, чуть позже скажу, сколько человек, приехала в город Челябинск, славный город. Вот мы приехали на фестиваль международный, называется он Energy. И что это за фестиваль, и что здесь делает только людей из города Тюмень? Мы попытаемся сейчас узнать. Вот справа от меня сидит девушка, которая прекрасно пытается нанести себе макияж. Уже даже переоделась в костюмчик. Это Евгения Кабанова, руководитель тюменской делегации Федерации современного танца «Супермен». Жень, расскажи, чем сегодня будем заниматься здесь, что вам предстоит увидеть, что предстоит всем этим детям делать и сколько нас человек? Нас 85 человек. Мы приехали на Кубок России по кик-боксу, чтобы выступить с командным шоу. Давно этот кубок стал международным? Это первый раз. Это первый раз международный? Да, то есть до этого были кубки, они были российские, сейчас это international. Как это проходит все? Что, что, где, когда, зачем? Какой первый, там какой второй? Насколько я знаю, что этот фестиваль идет уже 3 дня, то есть мы приехали на финальный этап, это командное шоу. Сейчас будет проходить преселекшн, отборочный, и потом после обеда в 6 часов уже пройдет финальный. Что делают? Нужно будет... Практически батл выходит один на один, команда на команду? Ну, нет, это не... Ну, команды на команды и батлы тоже есть. То есть мы приехали конкретно, заявились номинации шоу. То есть нам нужно выступить номер под свою музыку и показать хореографическую постановку. То есть, а потом... Хореографическую постановку? Постанова целая? После отборочного тура, уже после мастер-классов, после обеда, уже вступили в финал. Батл, команду на команду, шоу и... Поппингу, локингу, хаосу, мокингу. Жень, я тебе желаю удачи. Я надеюсь, что сегодня федерация займет достойное место, и мы пройдем финал, и сможем уже с уверенностью говорить о том, что мы сильны, в Тюменской области молодцы. Несмотря на то, что сегодня выборы куда? Думу? Да. Я думаю, что мы сегодня будем еще выбирать самых лучших танцоров. Танцоров области Тюмени. Можно и в Думу. А скажи, ты знаешь, кто-нибудь из Тюмени еще приехал сюда или нет? Они показали, что двигаться? Ну, наши все здесь, все 85 человек, всех, кого мы знаем. Всего-то 85 человек, как мы проводили, кстати, вспомнить нам об этом попозже. Спасибо тебе большое. Мы последний раз еще разговариваем. Пусть как это все, ребята, готовься. Очень интересная вещь происходит сейчас на наших глазах, уважаемые зрители, да. Дело в том, что это не просто веревочки, это не просто пряжа, а люди, участники нашего сегодняшнего батла пытаются запрести себе косички. Давайте узнаем, что они делают. Привет, девчонки. Привет! Привет! О, умеете говорить хорошо. Скажите, что вы делаете? Для чего эти косички? Куда они будут плетаться? Нам после волосы танцевать, чтобы у нас была какая-то яркая деталь. Вот. Все будем с розовыми косичками танцевать. Сколько вы их будете плести по количеству? 15 штучек. На человека. На одну голову? Да. То есть вам нужно итого? 135, что ли. 135 косичек. Вы можете претендовать, мне кажется, на книгу рекордов Гиннесса сегодня, смело. Девочки, плетущие 135 косичек. Сколько уходит на плетение одной штучки? Если плету я, уходит 3 минуты. Если плету девочки, уходит 5. То есть от 5 до... 3-5-7. 3-5-7 минут на одну косичку. Да. Ну вообще на одну голову примерно полчаса уходит. Ой, 3 часа. 3 часа на одну голову? Да. Сегодня будете плести, видимо, до самого вечера, да? Нет, у нас еще много помощников. А, уже заплелись. Да. Ну да, можно сейчас, например, приложить там пару в чьей-нибудь голове, узнать, как это будет выглядеть? Вот такая вот. Так это выглядит, да. А, потеряла. Да, тряхни голову сейчас. Оп. Отлично. Ну, девочки, удачи вам. И... Спасибо. Плетите. Плетите. Спасибо. Еще раз плетите. Yeah.
наверное, у меня не появилось переводчица с русского на плохой русский. В общем, я назвал 4 команды, которые прошли на гала-концерт, к которым нужно подойти обязательно и поставить все красные печати. По остальным результатам у меня есть на телефоне, я сфотографированно сегодня выложу в группу. Можете посмотреть свои оценки. Была жесткая конкуренция, но нужно выбрать всего 4. И под ваши аплодисменты 4 коллектива, которых я и называю. ОПГРЮ Магнитогорск. Бонус Магнитогорск. Оксфордские персики в наш состав. Экшн-трю Магнитогорск. Магнитогорск в финале.